трека рулит. Расскажите, пожалуйста, про вот ваш опыт с вот этим вот замечательным моноколесом. Ну, у меня сейчас было первое катание на этом моноколесе. Ну, практически первое, да? Да. А у вас какая-то была спецподготовка, спецназ какой-то, может быть, там, я не знаю, какие-то специальные войска? То есть какие-то спецкурсы вы какие-то были? Два года служили? Да. То есть вы, возможно, французский легион? Ты мне объясни, блядь, мы едем без меня, слышишь? Так, не ругаемся, Максим. Аккуратно. Так, вы попробуйте, да, потестируйте. Так, спокойствие. Ну, нормально. О, удачно, очень даже круто. Так, ну там, правда, хвататься будет не за что, ну ладно. Неплохо получается, нифига себе. И это буквально первый-второй раз. Не слабо. Максим, я за вами не поспеваю. Это будет ролик, супер-ролик, да? На YouTube. Ну а что? Нет разве? А был ролик, когда кидают моноколесо в воду, короче? Не было. Давайте. Это первый ролик. Ну, не мое, просто свое покинул, блин. Ну а были, вы думаешь, просмотры? Мне кажется, знаешь, что надо делать? Ментов кинуть. Блин, они упали. В тачку. Не, в тачку прям лобовуху пробили. Поехали все. Или в Бентли, блин. Прикинь, вот моноколесист залезается в Бентли, а потом засудить Бентли. Ты его включи, он не включил. Нет, сейчас, подожди, я хочу, чтобы он собрался. Блин. Ах, вертится быстрее земля, крутит они стараясь, вертится вдоль. Ой, спасибо. Чтобы влюбленным раньше встретиться с тобой. Почему? Ну, блин. Ты сейчас ехал нормально. Ну, не знаю, как-то... Ну. По камеру, да, говорите? Да говори как хочешь. Потом мне возненавидеть. Говори правду. Вот. Что? Почему тебе не нравится... Электролюди. Почему тебе не нравится моноколесо? А где у вас у электролюдей спрятана батарейка? Кнопка. Снизу или сверху? Где у него кнопка? Море. Да, говори. Море. Говори. Ну, что тебе не нравится моноколесо? Ты же ехал нормально, в принципе. А? Выглядишь как чмо. Как фрик, почему? Короче, со стороны, блин. Почему фрик-то? По-моему, наоборот, но современно, смотри, молодежно, есть так. Есть мужики, нет? Такие парни, спортивно. Да, такие?
Да, мне кажется, наоборот, сейчас... прикольно. Не, ну конечно, блин, мои мотовелосипеды. Нет, ну подожди, при чем тут мотовелосипеды и вот эта вот штука, да понимаешь? Не, не нравится, это гаджет нового поколения, молодежь его любит. Почему не функционально? Ты сейчас доехал Бургер Кинг, поел там и приехал обратно и потратил на это, блин, времени в три раза меньше, чем ты бы пешком пошел. Я даже до дома пешком не смогу дойти, потому что ноги болят. Сильно болят ноги? Болят, да. Ну я редко катаюсь. А болят чего? Какие мышцы? Ну, икры? Нижняя часть ног, блин. Ниже, от середины до колена вниз, там что там. Ласты! Ласты, блин. Превращаются в шорты. Нет, смотри, в моем рейтинге самые лохи — это мужики, которые ездят на скейтах за 100 тысяч рублей. Понятно. Почему лохи-то? Все, ты выключи, да, блин? Ну потому что это, блин, вообще, блин, ты что? Я ни с одной девушкой не познакомишь, блин. Почему? На скейте, блин. Почему? А, по-моему, это модно, посмотри, весь парк, все на скейте катаются. Ну не знаю, Люба, ну и девчонки, начала, и девчонки сами на скейте. Не нравится. Да ну, не нравится. Нет, ну это с самого начала, а сейчас-то вот они нормальные, современные, вот ты спокойно ехал и достаточно быстро. Я, кстати, медленнее ехал, чем ты. Ну вот на этом моноколесе. У тебя где-то километров 20 было. Не натираются, обычно до крови натираются. Да? Не знаю, ну, блин, какая-то... Вот ну, это мне больше нравится, честно скажу. Сигвей? То есть оно не настолько функциональное, это колесо, но насколько как бы там кажется со стороны. Вот. То есть люди там... Мне кажется, даже ездят те люди, которые хотят, наверное, больше выглядеть как-то более потажно, может быть, со стороны. Они как суперфункциональное средство, там, может быть. Ну, как игрушки, ты имеешь в виду, как транспорт не рулит? Это эпатажная игрушка, да, наверное. Ну, вот Леха ездит домой на нем. Потому что вы из дома. Темы, как поэтому... Нет, ну он мог и на самокате, там, и пешком ходить, в принципе. У него и машина есть. Те люди, которые, блядь, ездят, это пиздец просто с Гошей, особенно.